Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже прошли первые новогодние представления. На сей раз, 28 декабря, для юных зрителей педагоги дополнительного образования подготовили необычный праздник, который прошел в Центре детского творчества. Каждый почувствовал себя киноактером и смог поучаствовать в съемках новогоднего блокбастера, где главными героями были сказочные персонажи, а режиссером фильма – Баба-Яга. Если вы все обратили внимание, сегодня мы с вами находимся не в Центре детского творчества, а на киностудии «Центр творчества продакшн». И я главный режиссер этого шоу. Итак, а главными героями нашего шоу сегодня будет кто? Догадайтесь. Кто? А кто самый главный на каждом празднике? Дед Мороз. Правильно, Дед Мороз. И еще кто? Снегурочка. Снегурочка, правильно. Дед Мороз и Снегурочка сегодня будут самыми главными актерами нашего фильма. Ребята веселились с увлечением, рассказывали стихотворения. Вместе со сказочными героями пели, танцевали, участвовали в веселых играх и хороводах. Все получили чудесное праздничное настроение. Раз, два, три, елочка, гори! Стоп, 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 подождите, так точно дело не пойдет. Почему не все кричат? Нет, я вот слышала, что вот там вот за елочкой спрятались, не кричали, нужно громче, давайте все вместе приготовились. И кто-то вот здесь, мне кажется, кто-то не кричал. Ну-ка, так, ну-ка скажи «а». А, громче. Вот так, давай приготовились. Итак, зажжение елочки, думай, три. Раз, два, три, елочка, гори! Ура! Новый год – время исполнения заветных желаний. И для детей ожидание новогоднего праздника связано с предвкушением волшебства от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. В конце праздника всем детям были вручены новогодние подарки, которые предоставила Татьяна М. магазин «Арбат». Праздник удался на славу, прошел весело и задорно. А самым главным подарком для всех присутствующих стали радостные лица и смех ребятишек. Елена Стрелкова, Евгений Романенко, Невельские новости.